А то, будет ли завтра подобные состязания, зависит от того, что будут писать в комментариях в нарезках. Так, Дениска, здорово. Вот эта арена прям топовая. Я не знаю, специально ты сюда мир поставил или не специально, но арена прям топовая. Значит, всем привет. Сегодня у нас будут креативные бои, потому что я вспомнил вообще про эту вещь, когда увидел нарезки в рекомендациях про себя, и я подумал, блять, а почему я забил на эту тему? Что такое креативные бои? Человеку дается, по-моему, 10-15 секунд мы даем двум людям. Они в креативе выкладывают все вещи, подготавливаются, и после этого переходят в выживание и дерутся. Вы на них ставки делаете, начинают драться. Минуту давали? Но минуту, по-моему, многовато, ну ладно. Короче, если что, любые предметы берутся из креатива, но самое главное, нельзя брать вот такие предметы, знаете, которые вот здесь вот у меня сохранены. У меня вот тут вот есть меч, который... где он тут? Вот где-то... Где-то среди вот этих штук у меня лежит меч, который там супер откидывание дает, супер добычу дает. Вот такое нельзя. Вот. Вы должны взять... Ну, блядь, Денис, ты заебал меня уже, блядь! Собственно, если кто-то из моих знакомых хочет поучаствовать, и у кого самое главное, не просто есть желание поучаствовать, а есть идеи, как сделать бои интересными, Денис... Пожалуйста, нахуй не делай ничего, блядь, со мной. Спасибо. Итак, что-то слишком много людей теперь появилось. Ну и похуй. Всех в гамми-моде 3, Дениска. Дается одна минута в креативе. Наши участники что угодно достают из креатива. За эту минуту, вы, ну я буду показывать, что они достают, да? И вы за эту минуту делаете ставки в чате. Ты готов им давать креатив на одну минуту? Да. Нет. Скажи, когда у тебя останется только Enter нажать. Все. Я тебе скажу, включай. Алиса, засеки одну минуту. Хорошо. Включай! А че пошел? Так, все, у них пошла минута. Я тебе скажу, когда выключить. А я напишу, когда останется 30 сек. Вот, чтобы нормально было. Ага, ну все понятно. О, все понятно. Ставки, ставки пошли. Пошли ставки. Незеритовочка у всех есть, незеритовые мечи есть, 43 секунды, мне кажется, многовато. Я бы на вашем месте не забывал брать с собой наковальню. А, и еще зачарованные геплики нельзя брать, потому что это имба. Блин, а они больше ничего не палят, что они там достают. О, пошло, пошло дело, пошло. Пошло, 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 пошло. Глянь, что-то пошел зачаровывать. 10 сек, 10 секунд. 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Вырубай, вырубай, вырубай! Алиса, стоп. А за Сашу 49%, за Дамикса 51%. Но мне кажется, вы слишком рано сделали ставку, потому что Дамикс потом начал зачаровываться, а Саша не зачаровывался, но может быть у него есть кристаллы и все такое. 3, 2, 1. Все. Бой, мой хуй с твоей губой, поехали! Подожди, чем ты, блядь, там... А, я забыл, еще тотемы нельзя. Алло, Денис, он не может спавнить почему-то яйцо. Спавн у него заблокирован, он не может спавнить животных. Сделай, сделай, Дениска, сделай. Подожди, не-не-не, я не хочу это засчитывать. 3, 2, 1, бой, мой хуй с твоей губой, ну вы поняли, извините. А, смотри, приручает, приручает. Ничего себе. Не, фуги тут будут, видимо, повыгоднее. Но он сам отразился. Опа! А вот это интересно, ладно. А! Победил... Дамикс. Топовый бой прошел. Я понял, да? Дамикс, я вас поздравляю. Так, пожалуйста, Дениска, сюда человека под ником Мелкий Ворлд и Фризи. Фризи 35. Вот, они сейчас будут воевать. Но мы одобряем Мелкого Ворлда, как минимум, за его топовую кофточку. Сейчас. Зацените, что за кофточка у него топовая. Сейчас там что-то подготавливается. Угу. Так, есть, да? Готовы? Давайте так. Я хотел сказать, пошифтите, если готовы, но я понял то, что Мелкий Ворлд, видимо, не очень сможет шифтить. Отмените сейчас ставки, нет. Модераторы, ставки должны начинаться, когда они берут предметы. Чтобы хоть как-то можно было спрогнозировать,
за счет предметов человек сможет затащить или нет. Поэтому это отмените, и когда они начнут брать предметы, только тогда сделайте ставки. Подожди, а что он там тренируется реально? Так. Уф, уф, где я? Боже. Бля, я даже не знаю, как он предметы будет набирать. Я, короче, дополнительные 10 секунд, наверное, дам, чтобы он затащил. Хотя это дополнительные 10 секунд его врагу. Так что, наверное, минуту. Сейчас, готовы? Я не знаю, вы там покивайте или как. Готовы? Ну, я надеюсь, Мелкий Ворлд готов. Ну, видимо, он кивает. Видимо, он кивает, да. А Дениска, готова команда? Да. Алиса, засеки 1 минуту 10 секунд. Хорошо. Пошел. Так. А ну, а как он будет вещи выкладывать? Гля, что он творит? Гля. Не, вот тут вот это медленнее. Хотя у него лучше получается, чем у меня ресы перекладывать. Нихуя себе. Думаю, то, что мне обязательно надо взять щит. Да. Вот щитом круче. В VR очень круто щит работает. Тотемы нельзя! Ай, блядь! А нельзя тотемы! А нельзя, блядь! Я в PvP вообще не могу. Я бы, знаете, еще что делал? Клевая тактика — это выкидывать за пределы инвентаря, а потом все поднимать, потому что не надо раскладывать по этим штукам. Так, 30 секунд сейчас. 30 сек. Написал четче 30 секунд. Хотя он, по-моему, даже... А, все, он увидел. Все, у него пишется. Кстати, задержка вообще минимальная, блядь. Все. Угу. 15 секунд. 10 сек. 10 секунд. Так. Стопай. Так. Фух. Алиса, стоп. Ну чё, готовы? 3, 2, 1, бой. Так, а ну, я хочу посмотреть, как он в VR будет драться. Я первым не нападу. Я... Давай, нападай. Нападай. А, глянь! Давай. Так они на него же и будут агриться, он ближе. Гля, он как разносит, Pushing to the Limits устраивает. Гля, так он побеждает, походу. Сейчас кто-то наебется на баллы жестко. А против него баллы ставили. Но у него гэплик надо бы изъять. Ой, этот тотемчик. Тотемчик надо. Ой, осуждаю. Это дисквалификация. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, попахивай дисквалификацией. Ай-яй-яй. Не, начиналось все гораздо круче. Изич. Осуждаю. Подожди. Они оба умерли? Я требую перебой, потому что никто из них друг друга не убил. Ну, блядь, они по сути не друг друга убили. Там одного убили вредины, и второго убили вредины, блядь. Глянь, он что-то с яйцами мутит. Мне кажется, без наковальни, без зачарки. Зоглин не факт. А, он не может настакать, блядь! Он шифтом не может настакать. Еба! Пиздец. А вообще можно было бы, да, блоки под себя поставить и скидывать вниз этих зоглинов. Крутоповая идея. Еба. В креативе тогда бы, человек бы сразу взял. Ну, можно бы, наверное, кликать. Алиса, стоп. Ай-яй-яй, мало взял, но нормально. Так. 3, 2, 1. Бой. Поехали. Гля. Ну все, его зоглин за ним же и пошел. Блять. На фризе его же крикеры пошли. Не, сейчас надо на этого фризе нападать быстрее, пока его задамажили взрывом. Сука. Ай-яй-яй-яй. Гений. Там, по-моему, не так щитом прикрываться, а не прикрывается. Зачем эти зоглины, блять? Зачем ты зоглины в этих спавнишь, ёбаных? Помогите. Это не то, что я хотел. Он еще там бейби зоглина заспавнил. Вообще топовая идея. Опа. Сейчас они будут за ним, да? Ну если ты подальше отойдешь, тогда они за ним. Ой, осуждаю.
Да не с Огрином дерись, с Челом дерись, блядь! Вот, щит выставляет уже нормально. Опа. Хорош, защитился от кристалла. А куда он делся? А кто играет в Майнкрафт? Блин, сдох. А где он? Блин, жалко. Куда делся? Вернись. Ты не... Блин, жалко. Ладно, не важно. Так, ну этот бой хотя бы интересным был. Так, следующий у нас по табу... Милян против Арби... Арбаше. А Арбидраше. Абидраше. Ну ты... Алло. И... Это что за взрыв, нахуй? Осуждаю. Это так в Майнкрафте взорвалось. Осуждаю. Арбизы, да. Шарики Арбиз. Алло? Смотри. Милян и Арбитраше. Так, арбитраша есть. Милян есть. Сейчас, секундочку. Сейчас, это чуть-чуть... Блять, мне надо это перед каждым боем вообще делать, на самом деле. Так, готовы показать крутой бой? Да. Все, готовы. В таком случае, ты готов команду водить? Да. Алиса, засеки 1 минуту. Хорошо. 1 минута. Время пошло. Все, пошло дело. Пошло, пошло, пошло. Ставочки тоже пошли. Ну, сразу Незериточку себе взяли. Молодцы, конечно. Что-то... Зачем ты надеваешь на себя ее? Блять! Блять, вам показать, как надо, ну, файтиться здесь, в этой игре жестко? Алло, Дениска, проведем шоу-матч, хочешь? Да, что такое шоу-матч? Ну, вне зачета, просто я против тебя. А, да. Но ты меня проиграешь, я тебе зарплату повышу. А, ну да, я, ну я согласен, я не буду честно подаваться тогда. Так, Милян против Арбиза. Я напишу Арбиз, потому что непонятный никнейм. Арбиз. Так. Ой, блядь, я не сказал, что 30 секунд. 5 секунд. Вырубай. Вырубай, вырубай, вырубай. Алиса, стоп. Так. На всякий случай, опять же. Ты им вырубил? Да. А почему у меня не вырубилось? Ладно, нормально. Это я новая команда. Ставки сделали? Сейчас, подождите, я хочу посмотреть, какие там ставки. Сейчас, секундочку. Ставки за Миляна 83%. Но я тогда хочу, чтобы Арбиз победил. 3, 2, 1. Ой, поехали. Но мне кажется, Милян вин, потому что просто броня зачарованная. О, нихуя себе. Разофакашился вовремя. О! Ой, блядь! Пизда. Не, подождите, Милян, по-моему, тоже домогнулся. О, еба! Все понятно, Милян, блядь. Все, я понял. Не, я хотел красивый бой. Это, конечно, круто, ты победил, но где жесткие бои? Так, следующий у нас дерется Милян. Сэр охуенно против Саски Обрыжки. Так, тем временем, что там по ставкам? На Саску Обрыжку 74%. Тем временем 31% за Сэра Аха. Ставьте баллы свои. Блин, интересно, можно было бы как-нибудь на экран выводить, как люди баллы ставят? Это же охуенно. А вдруг можно, я просто не знаю. Поехали. О, осуждаю, я понял. Он просто будет от него улетать. Я понял. Так. Охуенный бой, заебись. Здорово, ты выбрал элитры. Вы будете уволены. Короче, на следующей катке, если вы обычный замес показываете, то вы мне нахуй не надо. Надо какие-нибудь красивые бои. У вас дан весь креатив, нахуй. Весь инвентарь креатива, вы просто берете самые обычные предметы. Но побеждает Саска. И последний это Суджи против Тича Хэппи. У тебя готова команда? Да. Алиса, засеки 1 минуту. Хорошо. Пошло. 1 минута. Угу. Отчет пошел. Ага, ага. Так. Пусть модер услышит.
Пусть модер придет, пусть ставочку нам наконец-то заведет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были без ставочки дети. Спасибо за сапку. Так, тем временем 30 секунд уже. Смотрим на ресурсы. Блять, наконец-то кто-то додумался выкидывать эти ресурсы, они же потом все равно в инвентаре наберутся, блять. Так, суд же тем временем зачаровывается. Я 30 секунд писал? Да, я писал. 10 секунд. 10 секунд. Так. На Суджика 66%, на Тичу Хэппи 34%. Так. Уже не успеет. Алиса, стоп. Так, ладно. 3, 2, 1, бой. Поехали. Пиздец! Пиздец! Бля, жесткий бой идет. Давай, я, может, помогу тебе. Да я помогу, чё. Вот так, по-моему, да? А, не, наоборот. Надо. Ну, сейчас, да, я сейчас помогу. Давай, я помогу. Вот. Не, это самый охуенный бой. Я уже хочу обоих победителей записать. Опа, нихуя себе. Нихуя, и все заагрились походу на Тичу Хэппи. Или не все? Гля, не-не-не, агрятся на Суджика. Но вредины полетели из-за Тичи Хэппи. Ничего себе, вот это интересно. Вот это уже поинтереснее будет. Вот это хотя бы нормальный бой. Он, ну, видно, что из креатива набрали всякую хуйню. Ой-ой-ой, перелетик. Хотя нормально. Подождите, Тича Хэппи пьет зельку. Блять, первый игрок, который зельку додумался выпить, блять. Это, ну, это все понятно, то, что надо зельки пить. И глянь, бежит с топором и зельем силы. Это уже все. Это уже все, да. Так. Так. Ой-ой-ой, Суджик, блядь, даже в ответ не бьет. О, зато зачарование огненное. Тоже в первый раз увидели. Чё, блядь? Я думал, Тича Хэппи победит. Нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Так, знаете, что я сделаю? Сейчас. Короче. Побеждает Суджик. Но поскольку это был... красивый бой, и это именно такой бой, вот который в креативе, то что вы спавнили всякую хуйню, пытались сделать механизмы, поэтому в следующий тур проходят оба игрока. Все нормально. А уже все готовится? Ой, есть третий ушел. Так а зачем мы-то? Алиса, засеки 1 минуту. Хорошо, 1 минута. Время пошло. Куда они нахуй? Сука! Ты чё за хуйня нахуй? Да, там что-то залагало у меня залагало. Ты там тоже что-то делай, у меня залагало что-то. Да я, Алиса, уже как 40 секунд готов. Да в смысле, ты взял просто, у тебя заготовки были. Нет, все, я сам взял все вещи, которые посчитал нужными. Да не важно, ты можешь подготовиться, я тебе фору даю. Да не, я готов. Да я тебе даю фору, реально. Я тебе даю фору, ты можешь там еще что-то поделать. Я тебе даю фору. Ты там нормально? Ты готов вообще?
Да-да-да, я готов. Сейчас я... А ты где? Вот он. Когда начинаем? Давай на счет три. Давай. А, чё? Я думал, ну, ты будешь считать? А, раз, два, три. Чё за нахуй? Чё за хуйня, блядь? Блядь, это не собака, ёбаная! Да блядь, ты чё делаешь, сука, мою тактику, блядь! Моя тактика ебучая, охуенная! Я называю свою тактику псы режима. Крутое название? Ну так, нормально. Спасибо, спасибо. Ну ты козёл, что ли? Ну, у меня как бы тоже есть еще одна тактика. Хочешь, но её увидеть прямо сейчас? Не-не-не, сейчас. Я сейчас подготовлюсь, я тебя убью. А, да? Да. Я планирую тебя победить сегодня. Так, ладно, я применяю план С. А, у тебя уже Б был применен? Нет, да блядь, потом... да ты нахуй это делал, ну это пиздец, ты чё? А, ну ты там, это техническое поражение, от голода умрёшь. Не-не-не, вот, всё, пошло. Бля, они не падают. Сейчас. А нахуя черепахи? Буду тебя толкать и, ну... И ты не сможешь управлять собой. Привет. Да подожди, я тебе сейчас построюсь, и мои псы режима тебя захуярят. Блядь, чё за хуйня? Ты умер? Я не выжил. Блять. Блять! Я иду сейчас. Я тебя захуярю сейчас. Есть еда? А, что, дать? Да, дай еды, пожалуйста. Я по пути оставлю. Давай. Спасибо. Сейчас тут сложно паркурить. Спасибо, спасибо большое. Вот так надо, поняли, драться? Сейчас я поем, подожди. Все, я иду тебя убивать. Ладно. Ну это реально битвы в аниме так происходят. Ой, блядь, псы режима боятся воды, сука. Вперед, вперед, псы, блядь. Еее! Видали, как я его нахуярил! Да, да, у меня реально уже, но это почти ничья была. Это была почти ничья. Так, кстати, мы меняем локацию, и теперь все драчки будут вот здесь происходить. Так, сейчас у нас дерется теперь не в плане шоу-матча. Дамикс. И против Фризи. 3, 2, 1, бой. Поехали. Ладно, нормально, но это креативные бои, да, это гениальный мув, топовый.
Топовый мувчик был. Нормально. Красиво, красиво. Он защищается динамитами, а по нему стреляют огненными стрелами. Пиздец! Поздравляем Дамикса с победой, насколько я понял, да, Фризи. Но это был хотя бы интересный бой. Выходит в финал... в полуфинал. Дамикса. Следующий у нас дерется Милян против Саски Обрыжки. Милян против Саски Обрыжки, пожалуйста. Так, батл хуя против члена. Надеюсь, готовы. Алиса, засеки одну минуту. Что-что, Дениска? Майами, песня такая, знаешь. Майами, Майами, опасно, опасно. Алиса, стоп. Моя практика была использована. Блять, Саска, если у тебя удочка была, ты его сейчас мог скинуть оттуда удочкой, пиздец. Саска, ну ты не дрим. Ты это уже не дрим, конечно. Нихуя себе! Нихуя! Он себе сейчас зарабатывает чисто дополнительные еще секунды. Охуеть! Саска, ты должен что-то предпринять. Подожди, а пузырьки с опытом он брал? Наверное, не брал пузырьки. Ай, он не взял пузырьки с опытом, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну будет интересно. Зато будет интересно. Ладно, то я Миляну даю плюс балл. Я не знаю, ну, куда он учитывается, но плюс балл за гениальность. Так. Дайте кушать. Но если тебе Милян скинет покушать, то нормально. А так надо было брать. Так. И куда ты нахуй? Так, ну-ну. Ну-ну, что будет? Саска, сруби дерево соседнее. Сруби. Ой, блядь. Саска, сруби дерево. А! Ладно, уже не важно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ужас. Ужас. Ну, у Миляна хотя бы огненной стрелы нету. Это тоже нормальная тема. Сколько Саска набрал динамитов? Ой-ой-ой, это слабость! Это зелье слабости было! Оседающие зелья, кстати, тоже гениально. Нихуя Саска бустанул. Саска, ну вообще там по правилам драться надо, а не убить. Ну ладно, это как бы нормальная тема. Ладно, одобряем. Жалко добряка. Еблан, ты куда? М куда? А как это... Как сделать так, чтобы чат зачитывался женским голосом смешным? Это в настройках. Подожди, там F3 плюс что-то там можно вроде. А можно зайти в настройки, чат сеттингс и наратор. А, настройки. Ну и как он на русском будет там? Настройки чата. Диктор вроде. Кнопка, да. Диктор. Ну. Диктор. О. Озвучивает чат. Ага, ага. Вот так, чтоб смешно было, охуенно. Милян, напиши что-то. Фрезея 35 сказал, Фрези 35 сказал. А, ладно. Милян сказал, Али, ты где нахуй? Не переписывайтесь, кроме участников, пожалуйста. Опа, отравил. Подожди, и себя отравил, и противника. Ай-яй-яй. А когда отравленный, знаете что, не всегда урон проходит от меча. Милян сказал, еблан. Надо было раньше включать эту хуйню. Фрезея 35 сказал, F. Саджи подчеркивание TGLV25 сказал, я гей. А Шаша сказал, мхахпахапа. Выиграл Милян. DM1X подчеркивание сказал, гений. Выиграл. Милян сказал, алло, ты где, шалупень ебаная? Фрезея 35 сказал, асхахахах. Фрезея 35 сказал, ахахахахаха. Арбитраши сказал, ха-ха-ха. Саджи подчеркивание TGLV25 сказал, ха-ха-ха-ха. А Шаша сказал, я сосу. Ладно. Так. Саски 54 сказал, я подыграл.
А, ладно, Фрезе хорошо. Фрезе 35 сказал СП завтра. Да, блядь, заканчивайте, алло! Мне кажется... Шаша сказал да-да-да. Все, хватит. Чичер Хеппи сказал Милян дурак. Все, нормально. Милян сказал Саске 54 не подыграл, а просто заснул, что не выложил нарезку со сперматиз. ДМ1Х подчеркивание сказал СП когда. Ага. Саджи подчеркивание TGLV25 сказал ЗП модером. А? Денвер 9 сказал сосу хуй за 100 рублей. Ага. Арбитраши сказал продам гараж. Тичер Хеппи сказал ЗП модером. А Шаша сказал ЗП модером. Блять, я сейчас выключу Милян это. Милян сказал, у меня лопнула банка в жопе. Ладно. Фрезея 35 сказал, ебать тебя надо. Мелкий Уаулт сказал, супки стример. Денвер 9 сказал, я пернул, распространите. А, блядь. Соски 54 сказал, чипаки чипуки фрункерс. Саджи подчеркивание TGLV25 сказал, поздравьте, у моей сестры будет ребенок, я стану папой. Срахуина сказал, дайте мини переиграем пэши. Фрезея 35 сказал, тынден-тынден. Милян сказал, привет из Крыма от Такаты для Казахстана. Привет, Кадзуха Джоджо. Так. Саджи подчеркивание TGLV25 сказал, ТНДН, ТНДН. Срахуина сказал, я хочу еще, я проебал как говна. Соски 54 сказал, Оуджи Буда грязный, будто туалетный оршик. Фрезея 35 сказал, передай привет голосом Диа. Срахуина сказал, говна vs моча. Соски 54 сказал, не под алкоголем, но во мне сейчас MAUIOTIC. Милян сказал, отправила стакан мочи X1. Соски 54 сказал, вижу, идет братик, открывают ротик. Милян сказал, отправила стакан мочи X1. Денвер 9 сказал, плюс в чат, если. Саджи подчеркивание TGLV25 сказал, обиме. Соски 54 сказал, ел писюн на завтрак, угадайте, что на полдник наклонная черта влево. Срахуина сказал, диктор долбэп. ДМ1Х подчеркивание сказал, кидаю стип, лечу прям вверх, мой красный сет убил их всех, у них в башке один, я покажу тоннельный свет. Срахуина сказал, кто говорит, тот шлюха. Тичер Хеппи сказал, Байден опять насал в подъезд. Фрезея 35 сказал, что докторша еблан. Соски 54 сказал, увидел голую тёлку и мой член тут же паник. Денвер 9 сказал, кноп, диктор, выкль. У нас драка. У нас драка Суджик против Чичи Хэппи. Так. Не-не-не, Тича, надо в центре стоять и их вокруг себя стоять. Я тебе... Я сделаю. Давай. Типа ты сделал, я понял. Типа ты сделал, окей. Мне просто интересно, что будет. Вот так вот их надо делать. Типа ты сделал, иди. И их просто надо из центра ставить, чтобы оно работало. Это будет очень интересно. 30 секунд. Сейчас, 30 сек. Когда напишу, тогда будет 30 сек. Тича! Хотя бы очко Эндера возьми. Хотя бы возьми очко Эндера. 10 сек. Я включу диктора, если будут переписываться только бойцы. Мне нахуй не нужны комментарии людей, которые играют в креативе. Я включаю диктора только при условии того, что будут только бойцы разговаривать. Диктор озвучивает чат. Так. Суджи, ты принимаешь то, что он тебе 5 секунд сказал подождать или нет? Если не принимаешь, то я, ну... Соски 54 сказал, Оуджи Буда грязный, будто туалетный оршик. Саджи подчеркивание TGLV. Да я сказал же вам, блядь! А, Суджи принимает.
Ну ладно. Срахуина сказал, мы с Саски хотим реванш. Да мне похуй, у меня, блядь, турнирная таблица, ты видишь? Мне поебать на ваш реванш, блядь. А Шаша сказал, не под алкоголем, но во мне сейчас майотик. Мне кажется, уже 5 секунд затянулись, поэтому 3. 5 обка сказал 2, 3. 1. 5 обка сказал 2. 5 обка сказал 1. Срахуена сказала Шаша, сказал я говна. Срахуена. 5 обка сказал бой. Мелкий уаулт сказал Саджи майор. Что? Милян сказал, насы мне полный рот мочи. И на спину мне надрочи. Соски 54 сказал, я иду по улице, словно чумачичи от солнца, чтоб не жмуриться, я натянул очечи. Фрезея 35 сказал, и как. Срахуина сказал, и Эндер Дракон сказал, пиздец, меня отхуерят. Диктор, выкль. Я не понял, Тича, зачем тебе убивать дракона? Вы пиздиться должны друг с другом. У вас задача креативных боев друг друга отпиздить. Вы будете друг друга бить? Гений. Гений, блядь. Угу. На вас люди ставки сделали, блядь. Блять, вы друг другу будете ебучки вскрывать? Хаги-ваги. Я не понимаю, что они запланировали. Они делают вид, что дерутся, блять. Это дисквалификация. Попахивает дисквалификация. Битвы геев. Сейчас дракон прилетит. Да. Оп. Нихуя его скукожило. Что они дальше будут Я знаю, что дальше. Техническое поражение, Суджик. Что-то огонь заспавнился как-то. Побеждает! Тича Хэппи или... Блять, я нихуя не понял. Хуйню какую-то высрали, оба не побеждают, но было смешно. Ой, я титры посмотрел. Да, нормально. Но было забавно, окей. Окей. У вас было слишком много времени, чтобы списаться ВКонтакте, я так понял. В таком случае, сейчас будет финал Дамикс, или Демикс против Мильяна. Демикс против Мильяна. Пожалуйста, сюда их давай. Кстати, приз-сюрприз. Он находится в этой комнате. Так. Ага. Угу.
Командным блоком только же админы могут пользоваться. DMX против Миляна. О, выкидывайте все свои ресурсы. Я бы вас даже бы убил для проверочки, чтоб нормально было. Но Милян вроде честно все выкинул. Убить кого-то надо. Подожди, я а готов. Где DMX вообще? А, вот он. А, собственно, у вас будет дано целых 2 минуты на то, чтобы... Да не деритесь сейчас. У вас будет дано целых 2 минуты, потому что это последний раунд. Вы готовы? Вы меня услышали? Услышали? Стоп. Соски54 сказал эй, трррррррр, трррр, ху, да. Да, поехали. Эй. Опа, Милян опа, сказал, бля, мама убивает. Опа! 5 АФК сказал 3. 5 АФК сказал 2. Ага. 5 АФК сказал 1. Фрезея 35 сказал морская черепашка. А, Дамикс, а, эти фейерверки надо... Бой. Все, я понял, блядь. Арбитраши сказал до встречи. Диктор, выкль. А, ты должен был... ну, фейерверки сначала надо скрафтить было, прежде чем их заряжать в арбалет. Но идея неплохая. Засчитываем, ну, плюс балл за идею. Чем ты стреляешь, это пустые фейерверки? Чем ты стреляешь? Так, тем временем Милян выигрывает время. Гэплик захавал. Так. Ну почти докинул. Так. Сейчас, может, еще раз будет кидать. Вот бы упал, было бы смешно, охуенно. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ёбаный фортнайтер на Миляне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, не! Прошла отравление, прошло. Ничего себе, попугал его. Попугал и тем временем себе что-то набирает дальше. А, я думал, он в креативе тут. Ой, не в креативе, а зачаровывает дальше вещи. Боб-строитель. Боб-хавальник вообще-то. Ой-о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 й
зачарование на три зубца, это же хуйня. А если в креативе успеть зачаровать, кстати, то будет работать же, нихуя себе. Еба, Капяо. Капяо, вот это было бы круто, если бы, ну, можно было бы на остроту зачаровать. Да сливай лаву и похуй. Сливай лаву, блядь. Хорош. А, подожди, у него огнестойкость, он Г прикихавал. Так. А ну, нормально. Они оба под гепликами, походу. Не, ну, видно, что финал. Видно, что еще Милян долбоёб. А, нихуя себе. Ладно. Ладно, неплохо. Милян, ни один из них не по твоему врагу не стреляет, Милян. О, хорош, Милян. А в сегодняшнем... Да нам был скра... 5-5-5-5-5! Скриди копа! Это бум-бум-бум-бум! Слышь, медиамолекулы, извиняюсь за травлю и политическую рекламу. А пока минус реп от алдов. Ладно, хорошо. Дамикс, ты... побеждаешь... Миляна, который... блять, любит летать на три зубца. Дамикс! Сегодняшний победитель вообще всех зачетов. Кстати, это не мой знакомый. По-моему, тот ли это чел, который я сказал то, что он вообще попущ. А, не, по-моему, Арбис я сказал. Дамикс, я вас поздравляю. И я говорил то, что призом в сегодняшнем состязании будет что-то, что находится в этой комнате. И вот оно, смотри. Нихуя! Поздравляю вас, Дамикс! Поздравляю, сэр! Всего вам хорошего, удачи, спасибо, что... спасибо, что поучаствовали, Дамикс. Госклиник напоследок. Ну, а Дима сейчас спит. Ты можешь всех сюда, да?
Ну, будем считать, что с нами Мелшер. Кто хочет со мной заскриниться, те скринитесь реально. Все, соплю протащил чисто через нос. Всем спасибо.